Живя в бассейн, точно не хожу. Привет, дорогие друзья! Я не выхожу в перископ по одной простой причине. У меня предательский прыщ посреди лба. Поэтому ужас какой-то. Поэтому только на спорте. Расскажи хоть, что ты умеешь? Я умею. Сальто умею. Я вчера увидела это сальто, по-моему, двойное, да? Ну что, тренировки продолжаются. Прыщ, конечно, это просто ужас. Я буду вот так вещать. Глеб. Всем привет. Глеб учит. Приходите к нам. Да. И к нам. Во лбу звезда, говорит, это правда. Смотрите, что девчонки творят. Опа. 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 Видите? Опа. Видишь, как? Вот. Сколько девочка занимается? Вот это вот, в розовых штанишках. Два. А, ну 2 года. Ну, Глеб научит за месяц такому. За неделю даже. Тренируюсь я у Глеба. На тут лицензию. На, кружку снимай. Поехали. А что же самое? Касайся руками носков. Раз. Раз. Два. Нет, тебя болтает по всему батуту. Тебя болтает по всему батуту. Ты опять не держишь спину. Группировка круглая. Складка. Ножки вместе к носкам. Ноги врозь, мы касаемся руками своих носков. И колени всегда выпучены. Соберись. Вот, вот. Это похоже на оценку будет. Раз, два. Не коснулась. Не коснулась. Ну, брось, не коснулась. Ну, я вижу. Я вижу. Меня не обманешь. Давай, отдыхай еще раз, поехали. Раз. Два. Три. Нет, нет, нет. У тебя корпус идет. Ты не успеваешь отлететь от батута, у тебя корпус идет уже в складку. Ты отпрыгнешь, ты все успеешь. Отлети спокойно, наверху сделай, покажи. Ножки разведи. И руками мы касаемся пяток своих. Носков. Касаемся. Не-не-не, стоп, стоп, стоп. Ты опять ерунду делаешь. Руки наверху, мы их никуда не трогаем. Руки наверху, ты их поставил, все. Они всегда наверху. Все, вот отсюда начинаем. Раз, вот, два, три, поворот. Нет, нет, я болтаюсь. Три, хорошо. Ну что, давай вот это делать. Сделай мне этот с полвинтом, без полвинта, точнее, вообще вот этот элемент. Сейчас подождите, вам Глеб покажет что-нибудь. Вверх, когда прыгаешь, прям вот ладошками вверх, вот за ладошками потяни. Прям вот вверх. Давай. Глеб, покажи что-нибудь, девчонки тоже хотят заниматься. Покажи, чему ты можешь их научить здесь, допустим. Давай. Гальперин, давай. Давай, Юру. Я вас тоже, девочки, люблю. Смотрите. Во, видите, как все просто. Обалдеть. Так все, видите, у Глеба просто все выглядит. Куда можно прийти научиться? Школа Flydiving называется, да? Да, да, да. Flydiving. Flydiving.ru. На ЦСКА это, да? Говорят, да, рядом с ЦСКА. Там можно ждать, да-да-да, где? Мало того, еще Глеб научит... Через прыжки в воду. Да, Глеб научит, помимо этого, еще прыжкам в воду. Да, те, кто хочет получить настоящие эмоции в да. бассейне. Это 3, 5, 7, 10 метров. Ну, там 3 только, да, в основном? Ну, с 10 прыгают уже профессионалы. Ага. И те, кто долго занимается, а начинаются там, с 1 метра стрелки. Вот. Девчонки, сил нет вообще. Я вообще не выхожу никуда, ни в перископ, ни... в Инстаграм, потому что я обессилена. А,
Обессилена в плане того, что каждый день тренирую. Две тренировки в день у меня. Две. Два часа и три часа. Часов пять в день я тренируюсь. Все, это я решила поотдыхать. Что показать тебе? Включай, я снимаю, продолжай. Здесь что-то открываешь. Давайте, приходите. Пока что в январе буду по телеку показывать. Так, теперь что надо делать? Ты то же самое? Да, то же самое. Без поворота делаем два подхода. Группировка, согнувшись, ноги вроде, не поворачиваешься, опять кач один, продолжаешь. И то же самое. Два подхода. Могу тройное сделать, тоже могу. Два, три. Кач. Хорошо. Кач плохой. Нет, нет, нет. Складка, ты вот сюда касаешься, колени. Это не колени. К носкам. Ты можешь спокойно делать это. Отпрыгнула к носочкам красиво. Лучше пускай будет ниже. Но для судей это больше эффект будет, когда ты коснешься, чем вот это вот. Укороченное.